когда я заезжаю под мост, хочется открыть вверх. Обожаю багажники. И просто слышать это. Ну слушай, багажник неплохой. Слушай, да, я бы тут даже пешком, мне кажется, раздвинул. Только колесо просто поменять быстрее. Низкий профиль, да. Сейчас она меня покатает, ребят. Не, она очень круто ездит. Она чувствует автомобиль. Вуаля. Слушай, ну попробуй пиццу хотя бы, которую я сделал. Надо найти девушку. Все-таки Porsche – это Porsche. Гетер просто упал на задний план. Все хорошо? А тормози, когда я просто знаю. В смысле? Я сейчас это тормози. Если чё, я баха. Давай, чтобы оно наоборот снималось. Мы же хитрые, чтобы можно было снять. Так и было. Оно не снимается, вот смотри. Мы не можем это передать all inclusive. Всем привет, приехали на спорткар года, журнал автомобилей спорткар года. Это событие, где раз в году можно поехать на МРВ на всех новых суперкарах. Ну или автомобилях, которые заявляют себя как суперкар. Вот, так как я приехал на Ягуаре F-Type R, вот, я его не помыл вчера. Поэтому приходится отмывать его самому, чтобы он выглядел хорошо. А вот девушкам... А девушкам нельзя доверять наклейкам Манон. Видишь, она под... Вот она не то, что под градусом. Вроде утро, никто не пил. Подожди. Я профессиональный обклейщик, я могу там помочь. Не трогайте мою машину, я сам ее обклею. Давайте помочь. Нет, не надо, нет, она не будет видна. Выкидываем манол, не нужна нам наклейка манол. Это старье уже, все, она уже была, она была 10 лет назад, это прошлый век. Это реально прошлый век, уже на этом старье. Потом как можно на этом ездить? Не, он просто пытается ее продать, и у нее не получается. А сейчас ты расфигачишь, и мы тебя на органы. Подожди, стоп, каска есть? Какая каска? Какая каска? У меня шлем есть. Лучшая тачка вообще. Где лучше? Ну хватит. Ну что ты подлизываешься? Какая лучшая тачка? Лучше не Гора, нет ничего. Что это, Мерседес? Это Калина. Какой-то Мерседес? Это отечественное производство. Это лучшая машина, это лучшая машина. Mercedes Benz Russia. Да, да, всем привет. И цвет крутой. Хорошо, папочка, до 23-го я остановлюсь. Давай, целую, подруга. Пока. Всем, кому сейчас нет 18, вы мечтаете, что сейчас вырастите до 18 лет и уйдете от родителей и будете самостоятельными. Я худею, но я обожаю пиццу. Я познакомился с шеф-поваром, итальянец, зовут Паоло. Сегодня тот день, когда я буду крутым шеф-поваром по пиццам. У тебя руки перфекты для пиццы, види, какой руки. Замечательно. Я постараюсь. Слушай, может, я подрабатывать у вас буду? Сейчас закончу гоночную карьеру и все. И поворачиваю. Слушай, подожди, я не успеваю за тобой, я уже половину пропустил. Тогда, смотри, так, вот, смотри, потихонечку. Замечательно. Ну, у тебя да, но у меня как-то не совсем. Это как сказать, первый блин никогда не получится. Блинковым, да? Первый блин никогда не, ну, у меня это должен получиться. Слушай, у меня должно всегда все получаться. Понимаешь, это же главная цель. Браво. Так, у меня что-то... После ничего не страшно. Нет, это потом такое, клиент будет ругаться, водка, почему у меня тесто толстое, они постоянно ругаются. Я скажу, тесто как это не сделали. А, ну хорошо. Не, ну мы-то ее все-таки продарим, эту пиццу, да? За кэш. За кэш. Так, кричите. На центру сначала. Так, и право. Да-да-да, в принципе, очень похоже. Толстовато, конечно, по кругу. Но колесо просто поменять быстрее. Так, берем моцарелла. И вот так вот ее, да, нужно? No, вот это надо, потому что, ну, как сказать, она немножко прилипает, да? Смотри, тебе будет грибами ветчиной, и я сделаю маргарита.
Да, она у меня, конечно, кривая получилась. Не, кривая. Браво. Вот это было круто. Замечательно. Пицца – это как вино. Каждая бутылька свежая, и пицца тоже самая. Слушай, а почему ты в России все-таки приехал? Я просто помню эту историю. Приехали в Россию уже 10 лет назад. Честно говорю, Нет, ну ты скажи, как, конечно, честно. Я пригласил вас сюда швейцарским бизнесменом для просто для 7 минут на один ресторан. И потом встретили. Красивые русские девушки, вот это все дела. И в итоге ты так и остался в России. Все. На самом деле история простая. У нас лучшие девушки, Павел это подтверждает. Скорость, драйв, эмоции. Гонки, девушки, шампанское, путешествия по разным странам мира и жизнь, в которой тебя нет ни секунды для того, чтобы отдохнуть. Это моя жизнь, это то, о чем я вам расскажу. Новые автомобили, это такая игрушка, о которой можно только мечтать. Поэтому начнем спорткар года именно с моего Ягуара, на котором я езжу каждый день. Ну что, погнали? Я бы улетел с тобой, не брав парашют. Убрал все стрелки на часах, не считая минуты. В этой малышке стал. Так, плавненько выезжай, но какой же звук, да? Это просто от 3000. Ага. Именно на сбросе газа. Волшебный звук. Каждый раз, когда я заезжаю под мост, хочется открыть верх и просто слышать этот звук. Ну что, погнали? Очень-очень круто звучит, она буквально поет. И машина, в принципе, ничем не отличается от той, на которой я езжу каждый день, потому что это она и есть. И на самом деле очень круто выехать на F-Type R, на кабрике, на гоночный трек, потому что по факту это реальное место, где он проявляет себя, потому что в городе ты не можешь превышать скоростной режим. И единственное, тут кайф ты получаешь от того, что ты просто-навсего делаешь именно вот этот звук от выхлопной трубы, это перделка, назовем ее именно так, на сбросе газа. Она реально очень-очень круто звучит, она буквально поет. И это то, что ты хочешь слышать, именно реально слышать от суперкара, именно от автомобиля, который дарит тебе эмоции. И Ягуар дарит эмоции. Ягуар дарит не просто эмоции от того, как он рулится, а от того, как он выглядит. Он дарит эмоции, потому что он крутой. Это крутая машина. Это машина с душой. Я недавно смотрел передачу про итальянцев, и каждый раз, когда им задавали вопрос про мафию, они все очень смущались. Ты что-то смущался? Это этот резон, почему ты уехал? Это просто, знаешь, как сказать, это ассоциация, да, итальянские. Но El Padrino давно нету. Извини, Рома. Это то, что требовалось доказать как раз. Такой странный вопрос. Это просто, знаешь, как сказать, ассоциация. Я говорю, каждая пицца своей жизни. Смотри, куда пока?
Так, угощаем пиццу, Роман? Конечно, всех угощаем. Самое главное, чтобы я свою попробовал. Так, я уже дырки научился заделывать. Смотри, какие красиво твои пиццы получились. Иди сюда. Вот. Замечательно, смотри. Вот, у меня настоящая итальянская пицца получилась. Настоящая итальянская пицца, да. Настоящая итальянская пицца. Смотри. Ну что, давай. Наша красивая. Сначала попробуем. И до конца немножко масла. Масло? Обязательно итальянское масло. И вуаля. Прего. Брего. Прего. Ну, не знаю.